Привет, парни, привет, медведи, привет, банда. Ну вот и наступил новый 2022 год, с чем я вас и себя поздравляю. Слава богу, пережили 2021 год, а перед этим пережили 2020 год. Переживаем всю эту пандемию, и кажется, мы уже как тараканы, да, можем пережить и ядерную войну. К сожалению, так получилось, что вот эта вот зараза, которая пришла сегодня в нашу жизнь, внесла определенные коррективы. Мы не можем отдыхать, мы не можем путешествовать так, как мы привыкли, какие-то заниматься делами, и многие даже потеряли здоровье и работу. Но давайте верить в светлое будущее, давайте надеяться на будущее, и вот этому новому 2022 году мы просто скажем «Привет, брат!» Привет, и не подведи нас в конце концов. Ты должен вытащить нас из этого дерьма. Друзья, огромное вам всем спасибо, кто меня поддерживал в течение этого года, кто ставил свои лайки, писал свои комментарии, делал репосты моих роликов. Именно благодаря вам я смог достичь того количества аудитории, которое есть на сегодняшний день, и попросил у Дедушки Мороза в новом 2022 году, чтобы он мне еще подкинул таких замечательных друзей, прекрасных ребят, и у меня было бы 100 тысяч подписчиков. Ну ладно, что я все говорю о себе? Я хочу, конечно же, сказать и о вас. Я часто с вами общаюсь в различных чатах, в личке, я общаюсь с вами по телефону, я общаюсь с вами и на стримах. И знаете, я каждый раз убеждаюсь, что вы абсолютно адекватные, нормальные, грамотные и очень интересные люди. И когда мне говорят, что там где-то мужчины не очень хорошие, они там козлы и так далее, я улыбаюсь. Я даже не улыбаюсь, я смеюсь, потому что, ну, я-то вас знаю. Я знаю, кто вы есть и какие вы есть. Насколько вы серьезные и интересные ребята. Ну, серьезные по-разному бывают, но тем не менее, вы хорошие. Я хочу пожелать вам, чтобы вы вот эти вот свои позитивные моменты, вот эти вот свои позитивные нотки, вот этот вот свой позитивный характер перенесли в этот новый 22 год и оставались такими же прекрасными, замечательными людьми. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Честь имею, друзья, не леньте. С новым 2022 годом!